Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Ограничения должны стимулировать. Александр Лукашенко провел совещание по развитию спортивной отрасли. Поэтапное и полномерное перевооружение белорусской армии продолжается. Две полоцкие части ради электронной борьбы пополнились новыми образцами техники. Сегодня мы вручили очередные новые образцы техники. Уникальные, можно сказать, по своим возможностям. Символ единства. Республиканская патриотическая акция завершает свое шествие по Беларуси. Финальная остановка инициативы в Новополоцке. Перейдем к подробностям. Развитие спортивной отрасли – тема в центре внимания Александра Лукашенко. На совещании у президента все, кто отвечает за эту сферу. Начиная от профильного министра и заканчивая главой Национального олимпийского комитета. Разговор глава государства начал с критики. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы с детского возраста взращивать перспективных спортсменов. В распоряжении хорошая база и инфраструктура. Но должных результатов нет. Мнение белорусского лидера пенять на санкции не стоит, ведь несправедливые ограничения должны, наоборот, мотивировать атлетов на еще большие достижения. В ходе этого совещания хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочее, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? И неплохо, хорошо. Да, я хорошо наблюдаю. Но там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов, ну вот просто на злобу, с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы, как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю, я не вижу там вообще вице-премьера, ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, вот прошло время, немало лет, а если год за два, знаешь сколько? Ну и где эти результаты? Динамо Минск какие медали взяла? Четвертую в этом году. Какие медали? Деревянные. Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду, я вам поручил. Займитесь, и я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще больше результаты. У нас это есть, у нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так? Отдельный вопрос – материальное стимулирование спортсменов за достижение соответствующих результатов. В ближайшее время в стране разработают правительственную концепцию. Позиция Александра Лукашенко по данному вопросу – поощрение и поддержка атлетов, возможно, только за высокие показатели в спорте. К другим новостям. В этом году в Беларуси выявлено на 35% больше коррупционных преступлений по сравнению с 2021. Материальный ущерб от них составил 19 миллионов рублей. Такие данные приводит Генеральная прокуратура и поясняет. Статистика не свидетельствует о том, что страну накрыло волной коррупции. Речь идет о повышении эффективности работы по выявлению таких противоправных действий. Этому способствовало несколько факторов. Вовлечение в процесс всех заинтересованных сторон плюс масштабная профилактика. На этом, к слову, делают ставку и в Новополоцке. Здесь работа в сфере предупреждения коррупционных преступлений проводится на систематической основе с учетом силового блока. Большое внимание недопущению противоправных действий со стороны госслужащих и должностных лиц, предприятий и организаций. На каждом из предприятий создана соответствующая комиссия. Эта комиссия
реализует в соответствии с общим планом мероприятия, которые касаются как подготовки и подбора кадров, так и проведения закупок, заключения договорных отношений. В принципе, это достаточно большой спектр вопросов, которые реализуются непосредственно как на предприятиях, а городская комиссия по противодействию коррупционных правонарушений, она обобщает общие результаты, рассматривает тенденции, которые складываются по данной линии работы, и выносит тоже свои рекомендации и представления. Сегодня, к слову, на заседании городской комиссии рассмотрели, как налажена работа по проведению закупок в госструктуре в сфере здравоохранения и на одном из коммунальных предприятий Новополоцка. Оценка со стороны руководства удовлетворительная, но есть над чем работать. Отдельные пункты отразили в соответствующем плане на первое полугодие 2023 года. В целом же за истекший период этого года в Беларуси за совершение коррупционных преступлений возбуждено 72 уголовных дела. В одном из таковых накануне в Глубоком поставили точку. На скамье подсудимых теперь уже бывший начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Брасловского райисполкома. Мужчина обвиняется в бездействии. При его попустительстве должностные лица одного из сельских предприятий Брасловщины совершили служебный подлог. С декабря 2019 года по февраль 2021 года он, достоверно зная о наличии недостачи крупного рогатого скота сельхозорганизации района в количестве не менее 1181 головы, не принял мер, направленных на внесение должностными лицами хозяйства достоверных статистических сведений в официальные документы. Пощады за коррупцию никому не будет. Жесткое требование президента Александра Лукашенко. И сегодняшнее резонансное дело ВПК республики тому яркое доказательство. Руководство теми 350, 352, 356, 359, 361, 364 УПК Республики Беларусь приняла их. Признать виновным на основании части 3 статьи 425 УПК Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин, что составляет 9600 рублей. Лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий на срок 5 лет. В соответствии с законом об амнистии, наказание в виде лишения свободы сокращено частично сроком на 1 год. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. К слову, только за 11 месяцев 2022 года по фактам непроизводительного выбытия скота на Витебщине возбуждено 62 уголовных дела, 28 из которых прокуроры уже направили в суд. Беларусь держит руку на пульсе складывающейся ситуации в регионе. Речь прежде всего идет о западных и южных рубежах нашей республики. Вооруженные силы страны на страже национальной безопасности круглосуточно. Военнослужащие отрабатывают навыки противостояния внешним угрозам. Не стоит на месте и белорусский военпром. Перевооружение белорусской армии – одна из ключевых задач, обозначенная президентом Александром Лукашенко, с которой, надо отметить, специалисты успешно справляются. Так, две полоцкие военные части пополнились новыми образцами техники. Сразу 5 единиц дополнили автопарк формирования радиоэлектронной борьбы. Подробности у моих коллег. Только что с конвейера военпрома модернизированная, даже еще пахнущая свежей краской. 5 единиц военной техники празднуют новоселье. Новым домом для белорусского вооружения стали сразу 2 полоцкие части радиоэлектронной борьбы. Ключи от техники вручили в торжественной обстановке. На плацу весь личный состав 228-го отдельного полка и 10-го отдельного батальона РЭБ. А сразу после – небольшая экскурсия. С чем сегодня работают белорусские военнослужащие, оценил лично и первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси. Это основная аппарат. А вот та вторая машина такелажная для отдыха. Сегодня мы вручили очередные новые образцы техники, уникальные, можно сказать, по своим возможностям. Вот этот вот, к примеру, комплекс, он заменяет 3 образца техники, которые сегодня стоят на вооружении старого парка. То есть мы добиваемся обновления, во-первых, во-вторых,
новые возможности появляются у войск РЭБ. Военно-промышленный комплекс нашей страны обладает, скажу так, уникальными возможностями по производству средств РЭБ. Наши средства радиоэлектронной борьбы знают и ценят во всем мире. За этими войсками будущее. Зачастую сражения выигрывают, еще их не начиная. Новые образцы техники, а это станции мониторинга и помех, Made in Беларусь, разработка военно-промышленного комплекса страны. Работают строго в тесном тандеме с заказчиком. От этого напрямую зависит начинка станций, а следовательно и выполнение поставленных перед войсками РЭБ задач. Новые станции усовершенствованные. Вместо трех машин теперь всего две. Работает станция в КВ-диапазоне от 1,5 до 30 МГц. Намного операторам легче вести радиоразведку. Если там была только радиоразведка, то здесь как бы есть и радиоразведка, и пилингование, и место определения. Комплекс имеет технические характеристики, которые позволяют выполнять задачи с учетом сегодняшних реалий, с учетом тех технологий, которые сегодня применяются и существуют для подобного рода изделий. Комплекс в своем роде отчасти уникален, потому что эти комплексы на сегодняшний день не широко представлены, но они имеют какие-то, скажем так, технические характеристики эксклюзивные, которые позволяют выполнять те задачи, которые стоят перед подразделениями, которые эксплуатируют данную технику. Разведка, подавление средств противника, защита своих радиоэлектронных средств – задачи, стоящие перед войсками радиоэлектронной борьбы на современном этапе, существенны как никогда. И наши белорусские военнослужащие с ними успешно справляются, в том числе благодаря такой вот поддержке и безоговорочного взаимопонимания со стороны государства. Елизавета Борбат, Капиталина Зинкевич и Николай Якубеня. Телеканал «Звезда». Республиканская акция «Символ единства» завершает свое шествие по стране. Инициатива, организованная общественным объединением «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюзов, охватила памятными митингами и автопробегами все регионы республики. Еще одна важная миссия – установка памятных табличек с QR-кодами на памятниках и в местах воинских захоронений. 15 декабря старт оцифровки мемориалов Дали и в Новополоцке. Знаковое для всех новоплочан место сегодня снова стало центром притяжения. На мемориальном комплексе «Звезда» в Боровухе собрались горожане разного возраста. Молодежь, трудовые коллективы, ветераны. Всех их объединила республиканская акция «Символ единства». Посыл инициативы созвучен с тематикой нынешнего года. Сохранить историческую память – святая обязанность всех ныне живущих и последующих поколений. Именно память о великой истории нашей страны – тот цементирующий раствор, объединяющий всех нас, придающий нам прочность и монолитность. Она дает нам понимание о том, кто мы есть сегодня и куда нам надо двигаться. И действуем мы уже сегодня, сражаясь и отстаивая наши традиции, нашу правду, нашу историю. Миссия молодого поколения на данном этапе – увидеть и осознать историческую правду, а затем сохранить и передать ее без искажения своим детям, своим внукам. Акция «Символ единства», организованная общественным объединением «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюзов, уже завершает свое путешествие по стране. Митинги и автопробеги прошли во всех регионах. Осталось дело за малым – установить памятные таблички с QR-кодом на памятниках и в местах воинских захоронений. В Новополоцке оцифровка стартует именно с мемориала в микрорайоне Боровуха. Мы сегодня открываем эту табличку, чтобы любой новополучанин, либо гость города мог просто узнать, что это за место, святое для всех белорусов. Подобные таблички будут размещены на всех воинских захоронениях города Новополоцка. В годы Великой Отечественной войны на месте комплекса находился лагерь для военнопленных «Шталаг-354», в котором за два года были уничтожены порядка 18 тысяч человек. В 2006 году здесь установили памятный комплекс. Он включает в себя мемориал, часовню и ДОТ. Обо всем об этом теперь благодаря табличке смогут узнать жители и гости Новополоцка. А еще о том, что на звезду важно приходить с цветами, как это сделали участники акции «Символ единства», в знак благодарности за мирное небо и как подтверждение тому, что ничто не забыто, никто не забыт.
Марафон добра длиною в месяц. В Беларуси с 15 декабря стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети». В этом году только на республиканском уровне ее участниками станут более 20 тысяч ребят. По традиции, особое внимание тем, кто больше остальных нуждается в заботе и поддержке. Это прежде всего подопечные детских интернатных учреждений, соцприютов, учреждений соцзащиты, коррекционных центров, а также ребята с инвалидностью, из многодетных и приемных семей. Их ждут увлекательные новогодние представления и щедрые подарки. В качестве добрых волшебников выступят, пожалуй, все белорусы, начиная от главы государства, губернаторов областей и заканчивая общественниками и трудовыми коллективами. К масштабной акции подключились и в Новополоцке. В городе запланировано несколько десятков мероприятий. Самым ярким и объединяющим станет открытие городской елки, которая состоится 20 декабря в 18 часов. Также пройдет ряд благотворительных елок, которым примут участие наши дети. Наша городская благотворительная елка пройдет 27 числа на базе Центра культуры города Новополоцка. Особенностью данной акции является то, что присоединяются, как правило, к данной акции, участвуют в ней руководители предприятий, общественные организации, которые дарят в первую очередь детям радость с той целью, чтобы та мечта, которая есть у ребенка в преддверии Нового года, обязательно сбылась. И еще скажу, что сегодня у нас накануне канун Нового года прибыла делегация детей из города Лисичанск, это Луганская Народная Республика, 43 ребенка и 5 сопровождающих, которые также примут участие в данной акции. Каждый житель нашего города может стать участником этой акции и подарить в том числе всем детям нашего города радость и мечту канун этих новогодних праздников. Что удивительно, с каждым годом акции «Наши дети» объединяют все больше неравнодушных белорусов. Благодаря совместным усилиям удается не только подарить праздник ребятам, но и, что немаловажно, улучшить материально-техническую базу учреждений. Так, в году минувшем было собрано свыше 3,5 миллионов рублей, которые направили как на модернизацию, так и на закупку необходимого ребятам инвентаря. В этом году, уверены организаторы акции, будет привлечено еще больше средств. У меня на этом все. Напомню, просмотреть нашу программу можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании ВНТВ. Вашему вниманию, новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. Продолжается внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Одними из первых к выполнению задач приступили военнослужащие инженерного полка. В кратчайшие сроки бойцами понтонной роты была наведена переправа через реку Березина. В рамках тренировки военнослужащие Заслоновской механизированной бригады совершили 100-километровый марш на полигон, преодолели водную преграду по понтонно-мостовой переправе и заняли назначенный район. На базе Слонимской механизированной бригады прошел учебный сбор с операторами БПЛА. Мастер-класс военнослужащим дали российские коллеги, а также преподаватели Центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. В Беларуси стартует республиканская акция «Наши дети». Ежегодно руководители министерств и органов госуправления посещают детские дома-интернаты, опекунские и приемные семьи, центры реабилитации, больницы. Не остаются в стороне и представители вооруженных сил. Из года в год военнослужащие поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки. В субботу, 17 декабря, на военном факультете Академии авиации пройдет День открытых дверей. Гостям расскажут о структуре факультета, порядке приема и обучения. Также будет организована выставка военных дронов. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи! We'll be right back.
осколочный! Заряд!